сыграли в ничью, хотели выиграть сегодня. Вот, немножко не получилось, наверное, концентрации в конце не хватило. И пропустили вот этот ненужный гол. Ты смотрел игру? Да. Что скажешь? Очень хорошо контролировал мяч, особенно во втором тайме. Вот, имели неплохие моменты. Вот, но второй гол, могли забивать и второй гол. Вот. Получили, ну, думаю... Есть над чем работать, да? Да, есть над чем работать. Немножко, как сказать, вот как ты вот сказал, ну, ладно, давай добавлю. Потеряли концентрацию, да, правильно. Вот. И еще, если добавить, то считаю, что за сегодняшнюю игру мы создали достаточно много моментов, и чуть-чуть в концовке нам не хватает именно реализовать их. Я думаю, это можно еще добавить в этом компоненте, и до начала чемпионата мы еще поработаем над этим. Да. Есть время работать, исправить свои ошибки, так что будем работать, готовиться. И я надеюсь, что скоро вот этот футболист, который стоит слева от меня, выйдет на поле и поможет нам. Да. Желаю тебе здоровья, быстрее уходи, мы тебя ждем. Спасибо. Поцелуй теперь.